В эфире новости ЮРГУ. О том, что происходит в нашем университете и за его пределами, мы расскажем прямо сейчас. В студии Олеся Глазунова. Здравствуйте. Кембриджский университет издаст учебник профессора кафедры «Автомобильный транспорт», доцент кафедры «Цифровая экономика и информационные технологии ЮРГУ». Профессор кафедры «Автомобильный транспорт» и доцент кафедры «Цифровая экономика и информационные технологии» Южноуральского государственного университета Сергей Алюков, автор нескольких сотен публикаций. Его индекс Хирша равен 15. Не первый год Сергей Алюков является приглашенным редактором международного журнала «Математика» издательства МДПИ вместе с коллегами из ЮРГУ. На сегодняшний день профессор работает над издательством математического учебника для Кембриджского университета «Теория приближений и ее приложения, кусочно-линейные и обобщенные функции». Книга выйдет под маркой крупнейшего мирового научного издательства «Эльзевир». Я давно занимаюсь научной работой, у меня много публикаций, причем мирового уровня, которые попадают в топ-10, первый квартал и так далее. Несколько статей было опубликовано на математическую тему. Это аппроксимации, некоторые специальные функции, обобщенные функции, как, например, функция Дирака, кусочно-линейные функции. И каково было мое удивление, на английском языке мировые журналы известные, такие как Mathematics, например, и другие. И каково было мое удивление, когда я получил письмо из Кембриджа, и они пишут, что доктор Алюков, мы прочитали ваши статьи, они нам очень понравились, а у вас нет намерения написать монографию. Мне это заинтересовало на английском языке. Я подготовил черновой вариант, направил им. Они были довольны и сказали, что доктор Алюков, мы считаем, что это может быть даже и лучше не монография, как учебник для студентов. Я добавил некоторый материал, задачи для самостоятельного решения, контрольные вопросы, чтобы это было вот как в форме учебника. Черновой экземпляр будущего математического учебника на данный момент уже прошел лицензирование, все стадии апробирования и рецензирования. Насколько я понял, значит, те люди, которые обратились ко мне, они решили связаться с Elsevier. Вот есть такая знаменитая издательская компания, самая первая в мире, которая вот публикует монографии, учебники. Мои материалы были направлены комиссии, они все посмотрели, тоже сделали, я вот получил ответ, что все отозвались очень положительно. В издании учебника область применения методов аппроксимации будет существенно расширена. В нем появятся примеры приложений из электротехники, теплотехники, квантовой механики, полупроводниковых технологий, медицины, теоретической механики, сопротивления материалов и других. Последняя глава книги будет посвящена новым моделям макроэкономики, основанным на импульсивных и скачкообразных процессах. Учебник, он будет на английском языке. Но им могут пользоваться не только студенты-преподаватели Кембриджского университета, потому что это издательство, оно мировое. И поэтому и другие, и американские университеты, но и в том числе я рассчитываю, что этот учебник может быть полезен и для студентов, для преподавателей, научных сотрудников нашего университета и других российских университетов. Сегодня материал учебника готов более чем на 3/4. Завершить работу и издать учебник профессор Сергей Алюков планирует к марту 2024 года. Создание импортозамещающего высокотехнологичного производства без изоцианатных полиуретанов широкого спектра применения представлен учеными ЮРГУ в рамках гранта губернатора. Полиуретаны – это группа полимеров, производимых во всем мире в больших количествах, на основе изоцианатов. Сами изоцианаты производятся с применением фосгена, чрезвычайно высокотоксичного газа. В рамках гранта губернатора по программе импортозамещения ученые ЮРГУ разработали технологический процесс получения неизоцианатного полиуретана без использования токсичных и опасных веществ. Сырье растительного происхождения обрабатывается под давлением углекислым газом в присутствии катализатора. В результате реакции образуются циклокарбонаты,
– это один из компонентов для создания продукта. При реакции циклокарбонатов с аминосодержащими органическими веществами получаются полиуретаны. Проблема в том, что сырье для этого вида полимеров полностью импортное. И наша задача сейчас на основе доступных отечественных компонентов сделать полимеры, не уступающие, так скажем, тем, которые производятся на импортном сырье. Вот. При этом технология должна обладать такими важными составляющими, как безопасность, должна обеспечиваться низкая себестоимость получаемого продукта. Разрабатываемый материал должен обладать устойчивостью к ультрафиолету, огнестойкостью, низкой дымообразующей способностью и повышенной температуры эксплуатации. Важнейшая отличительная особенность проекта – создание импортозамещающего высокотехнологичного производства без изоцианатных полиуретанов широкого спектра применения. Использование биовозобновляемого сырья для получения неизоцианатных полиуретанов. При успешной реализации проекта Российская Федерация сможет обеспечить технологический суверенитет в сфере производства данного класса полимерных материалов. То есть спектр применения – это теплоизоляционные материалы, в частности пенополиуретан, это покрытие, допустим, антикоррозионные покрытия и, так скажем, литьевые полимеры для легкой промышленности. То есть всем известно сейчас, что практически вся обувь она делается с использованием полиуретана. То есть резиноподобный материал. Ученые исследуют применение материала в строительстве, теплоэнергетике и нефтегазовой промышленности. Дальнейшие этапы этой перспективной и масштабной работы могут расширить сферу применения материала и вывести его на новые рынки. Студенты, сотрудники и преподаватели Южноуральского государственного университета приняли участие в традиционной акции по сбору крови «День донора». Прошло традиционное мероприятие для Южноуральского государственного университета «День донора». Акция проходит несколько раз в год. Челябинская областная станция переливания крови посещает университет для привлечения новых доноров. Проходит эта агитация доноров, которые пополняют наши донорские кадры. Это необходимо работать среди молодых людей, вот, потому что донорские кадры, они взрослеют у нас. Вот, и постоянное проведение вот этих вот акций, мероприятий, и они своей безвозмездной помощью помогают спасти жизнь. Когда донор сдает, он помогает троим больным, потому что сейчас из крови готовятся препараты. То есть разные препараты крови, они по разным назначениям назначаются больным. Кровь, которую получает станция переливания крови, в дальнейшем будет использована для изготовления особых препаратов. Донорская кровь может помочь людям в хирургических операциях, при травмах и даже при онкологических заболеваниях. Донор должен иметь вес более 50 килограммов и быть старше 18 лет, а также придерживаться определенных правил перед сдачей крови. Студентка архитектурно-строительного института ЮРГУ Валерия Булатова уже не первый раз проходит через процедуру донации. Первый раз я сдавала кровь на первом курсе. Год назад я пришла на учебу и увидела донорскую машину и узнала, что у нас в институте есть такая возможность сдавать кровь, когда к нам приезжают. И я подумала, что это отличный шанс для меня помочь людям. И я решила начать сдавать кровь. Ты каждый раз уходишь с осознанием того, что ты сделал этот мир чуточку лучше. И, возможно, именно вот эта моя кровь спасет кому-то жизнь в будущем. И это как бы помогает жить и преодолевать разные трудности. Участниками акции стали более 30 человек, и специалистам удалось собрать около 16 литров крови. Среди доноров были и представители партнера вуза – Челябинское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России». О
от классического до современного танца. В нашем университете проходит отборочный тур фестиваля творчества первокурсников «Талант Юргу-2023». Ежегодно студенты Южно-Уральского государственного университета принимают участие в фестивале «Талант Юргу». Для участия в конкурсе ребятам предстояло пройти отборочный тур по направлениям конферанс, художественное слово, вокал и вокально-инструментальное исполнение и хореография. У нас участники, наши студенты, они следят за тенденциями в мире музыки, хореографии, искусства, и это вообще здорово, что мы смотрим, что не то, что смотрели в том году, а уже есть новые какие-то интересные решения, и это вообще здорово. Участники выступили в самых разнообразных танцевальных стилях. Так были представлены классические, эстрадные, бальные, народные, современные, уличные танцы, а также номера по направлению черлидинг. Было волнение такое небольшое, боялись чуть-чуть. Вот. А так нам очень понравилось. Мы любим танцевать на сцене, выступать для людей, поэтому легко. Конкурс «Талант Юргу-2023» пройдет 6 октября, а финальный день 9 октября состоится гала-концерт и торжественное награждение участников. О пользе улыбки знают, наверное, все. Улыбающиеся люди выглядят моложе, живут дольше и располагают к себе окружающих. Поэтому неудивительно, что в мире существует такой праздник, как День улыбки, который отмечается 6 октября. Всемирный день улыбки – один из самых правильных праздников, ведь те, кто чаще улыбаются, реже болеют, более стрессоустойчивы, да и живут дольше. Вот несколько доказанных научных фактов о пользе улыбки. Обезболивает, помогает при сердечно-сосудистых заболеваниях, продлевает жизнь, добавляет привлекательности, улучшает когнитивные способности и память, что немаловажно для нас, студентов, а также повышает иммунитет человека. Человек реже болеет и успешнее сопротивляется различным инфекциям, и это очень актуально для осеннего сезона простуд, а залог красивой улыбки – здоровые зубы. Для того, чтобы сохранить зубы здоровыми, необходимо, во-первых, это регулярное посещение стоматолога каждые полгода, это правильная чистка зубов, то есть два раза в день, обязательное использование ополаскивателя, после приема пищи необходимо использовать зубную нить, либо зубные ёршики, также подключать ополаскиватель. Правильный подбор средств гигиены, то есть также это необходимо после консультации стоматолога. Ну и правильное сбалансированное питание. Сегодня у студентов Южноуральского государственного университета есть замечательная возможность. Стоматологическая клиника «Новая стоматология» предлагает бесплатный чекап здоровья зубов для студентов, первичный прием консультация, план лечения плюс снимок. Я хожу к стоматологу очень часто, потому что имею сама проблемы с зубами, но до этого я посещала стоматологов один раз в год, бывало вообще, могла целый год и не приходить, но как только заболели зубы, начала ходить чуть ли не каждый месяц, потому что пытаюсь их вылечить, надеюсь, что скоро это хождение по стоматологам закончится, и я буду ходить только на проверку зубов и на профилактику. Акция организована с целью профилактики кариозного осложнения среди молодых людей. Посетить клинику может каждый студент до конца ноября. Очень важно следить за состоянием зубов, так как может развиться кариес, во-вторых, будет неприятный запах во рту, а в-третьих, ранняя потеря зубов. Я хожу к стоматологу раз в год, но хотелось бы ходить почаще, поэтому раз... Клиника предоставляет такую возможность, что студентам можно пройти обследование бесплатно, то постараюсь ходить почаще. Иметь здоровые зубы и красивую улыбку может абсолютно каждый. И в этом готова помочь клиника «Новая стоматология». Соблюдайте гигиену полости рта и чаще улыбайтесь. Для того, чтобы воспользоваться специальным предложением этой осени в «Новой стоматологии», нужно предварительно записаться на прием и предъявить студенческий билет. Научные сотрудники ЮРГУ приняли участие в отчетной конференции, на которой подвели промежуточные итоги реализации научно-технических проектов в Челябинской области.
Состоялась отчетная конференция подведения промежуточных итогов реализации научно-технических проектов Челябинской области. В ней приняли участие научные сотрудники и индустриальные партнеры ЮРГУ. Заседание проходило в закрытом формате совместно с представителями правительства региона. Сегодня мы собрались, и это просьба Алексея Леонидовича, чтобы мы подвели некие промежуточные итоги по реализации этих проектов. Ну и, соответственно, на основании этого будет принято решение о продолжении практики финансирования таких проектов на конкурсной основе в рамках как раз формирования бюджета следующего года. Проекты, победившие в конкурсе, направлены на решение задач, связанных с импортозамещением и обеспечением технологической независимости. Проекты, представленные на отчетной конференции, реализуются при поддержке правительства Челябинской области и Уральского межрегионального научно-образовательного центра УМНОЦ. Они направлены на импортозамещение продукции, важной для региона и страны. Это поддержка наших губернаторов всех наших трех областей является таким катализатором, моментом соединения нашей науки с производством. Ну что такое Уральский мост? Наша задача соединить наших ученых и направить их результаты труда для внедрения в производство, чтобы задружились команды производственников и ученых. Мы очень надеемся послушать, как это сейчас реализуется. Всего на конференции были представлены отчеты по 8 проектам. 7 из них реализуются учеными Южноуральского государственного университета. Проекты направлены на решение задач импортозамещения в автомобиле и машиностроении, создание экологичного производства и переработки шлаков медиплавильного завода, развитие современных цифровых технологий управления высокотехнологичным оборудованием, а также автоматизацию управления в электроэнергетике. Мы как заказчики знаем, что нужно на рынке, они как ученые понимают, как нужно сделать, пройдя это по пути импортозамещения, там, импортоопережения. Вот. И у нас совместно с ЮРГУ впереди еще многолетняя плодотворная работа. Хочу отметить, что мы, в принципе, работаем на полном взаимопонимании. У нас есть план, который мы разработали, ну, так скажем, с участием Министерства промышленности Российской Федерации, план пятилетний. Там очень много разных продуктов. Мы не идем путем там, совершенствования продукта. Это абсолютно разные продукты, разного назначения, которые могут применяться в различных отраслях хозяйства, начиная, допустим, от трубопроводного транспорта, заканчивая авиацией, космонавтикой. Одним из ключевых проектов ученых ЮРГУ является создание импортозамещающего высокотехнологичного производства безоцианатных полиуретанов широкого спектра применения и разработка технологического процесса получения неизоцианатного полиуретана. Исследования направлены на улучшение физико-механических свойств материала. Заведующий кафедрой экологии и химической технологии ЮРГУ Вячеслав Авдин отметил, что на данном этапе уже разработан прототип полимера, а к концу 2023 года планируется запустить пилотное производство. До конца этого года запустить пилотное производство, так чтобы можно было уже производить полимер, достаточный для хотя бы не всех, какого-то количества потребностей заказчика, чтобы в будущем, в 2024 уже году, полностью импортозаместить данный полимер. Тем более, что он показал более высокие характеристики, чем зарубежный аналог. Всего на предоставление субсидий из областного бюджета выделено 169 миллионов рублей. Южноуральский государственный университет в декабре 2022 года на конкурсной основе получил 148 миллионов рублей на реализацию 7 научно-технических проектов в рамках грантов Челябинской области и проектов научно-образовательного центра «Урал». Как отмечает заместитель министра образования и науки Челябинской области Виталий Литке, все проекты направлены на реализацию плана по противодействию внешнему санкционному давлению и обеспечению определенного уровня импортозамещения и импортонезависимости по ключевым для области отраслям. На предстоящий год уже цель – это выйти на серьезную активную фазу реализации проекта. Здесь очень важно, чтобы мы получили необходимый задел по выходу на серийное производство. Для этого нужно подготовить производство либо опытных образцов, либо каких-то пробных технологий, которые будут уже в рамках 2024 года апробированы, испытаны, и мы будем иметь возможность как раз получения того самого серийного образца, который может быть выйти на серийное производство.
Работа над проектами продолжается. Они будут представлены на мероприятии «Дни науки Челябинской области», которое пройдет 15 и 16 ноября текущего года. На сегодня это все новости. Берегите себя и будьте здоровы. Смотрите выпуски новостей в социальной сети ВКонтакте, на видеохостингах YouTube и Рутуб, а также платформе Яндекс.Дзен. До встречи в эфире!